Всем приветик, дорогие друзья, с вами Роджин, и сегодня мы будем проходить Strongholds 3, ну, а точнее экономическую кампанию, которая там еще осталась. Поэтому миссия 1, начало, поехали. В ходе войны мы лишились ресурсов. Вероломные и жестокие свиньи украли камень, древесину и инструменты. Поэтому, прежде чем приступать к восстановлению аббатства, нужно построить каменоломню и наладить добычу столь необходимого нам камня. Прежде чем приступать к восстановлению аббатства, нужно построить каменоломню и наладить добычу камня. Миссия достаточно простая, постройте нужно копить склад, всего лишь 200 камня и 100... Извиняюсь, 100 тысяч дерева. Постройте амбар, повелитель. Амбарчик мы построим, давайте. Ну, склад там точно нужен будет, амбарчик. Давайте, наверное, рядом со складом, где-нибудь вот здесь вот в конце, чтобы все было господин, нормальненько. Господин, леди Катерина хочет в общем, в Strongholds 3 у нас еще на самом деле имеется много-много всего. Но я это, например, экономическая кампания. Там тоже имеются иначе, осадные миссии, но я, честно скажу, я поиграл одну из осадных миссий, она просто у меня вылетела, я так вот, типа, ну и ладно, того, черт с ней. Наверное, осадные миссии в Strongholds 3 конкретно проходить я не буду. То есть компанию Блэкстафа еще может быть, а вот эту вот штуковину под названием осадной миссии нет. Хотя там очень много красивых замков, и реально в Strongholds 3, ну, они более-менее успешно выполнены. Здесь нам надо добыть целых 200 камня и 1000 дерева. Дерево у нас добудется само по себе, камень, никаких особо проблем не будет, мы его тоже добудем. Ну, кстати говоря, еще есть экономические миссии у нас в Strongholds 2, но там... Я тоже посмотрел. Нужно все будет одним присестом проходить. Повелитель. Лорда отводим сюда, здесь медведь появится. Залежей камня. А здесь нам надо расчистить деревья подлесок. Для того, чтобы у нас люди работяги смогли относятся, господин. Приблизиться к каменоломням и спокойно добывать камень, без всяких лишних проблем. Скорость очень высокая. И будем выстраивать себе как можно больше лесопилок. Дерево здесь играет огромную роль. Ну, помните, я уже как-то говорил, что если господин. Вы часто очень строите себе хижин, очень много просто хижин. Вокруг этого, вокруг вашей цитадели. Это, наверное, не цитадель, это, наверное, общинный дом все-таки как-никак. Ну, в общем, вокруг вашего замка, скажем так, главного, где лорд восседает. Тогда все у вас будет нормально. У вас будет постоянно популярность, причем огромный лорд, приток популярности. Там что-то около 45 в может еду даже не выдавать. Все медведи. Будет хорошо. Надо защитить крестьян, вот они, медведи. Они ну, там лорд работать. Справится с медведем. В это время мы будем как раз-таки выстраивать себе хижины для того, чтобы у нас не было проблем. Ну, вот, плюс 20 популярности. Ну, классно, в общем. Все отлично. Домик лекаря. Домик лекаря нам надо 200 дерева для того, чтобы у нас не было проблем, для того, чтобы у нас никто не орал, что «Ай, доктора, там чума началась, все дела там». То есть придется чуть-чуть подождать дерево. Ну и плюс дополнительно, когда у нас вырубят проходы к каменоломням, нам нужно будет сразу восстанавливать себе как можно больше каменоломен. Накопили на домик лекаря, ставим. В это время лорд где-то здесь, ну, наверное, уже отбил. Люди тяжело больными, лорд. Давайте сразу, наверное, будем себе выстраивать каменоломни, чтобы не было никаких проблем. В любом случае, к ним проход уже почти готов. Ну, или уже готов. В всяком случае, он не подсвечивается. Скорее всего, действительно готов. Ах, снова дождь, да, милорд. Так, опять дождик начался. Это плохо, что опять дождик начался. Привязи для валов еще нужны. Мы тут в основном будем добывать камень, потому что, ну, дерево само по себе 1000 добудется легко. А вот с камнем вот будут небольшие проблемисы. Господин, что придется добывать злые камушек медведи именно таким наводят ужас на крестьян. Так, а вот и злые повелитель, медведи еще медведь. Разок, или там крестьяне умоляют я отправить что-то войска пропустил. На борьбу с ним. Ну, в общем, лордом этого злого медведя напали. Просто скорее убиваем. К нему. Все. Люди уходят из замка. То есть войска нам не нужны, просто лорда убиваем злого медведя и не напрягаемся. Вообще. Нам не нужны ни оружейки, ни казармы, ничего. Просто сейчас еще хаты себе построим для того, чтобы популярность повысить, и никаких тоже проблем не было. Но для этого нужно дерево. Но в это время знахарь избавляется от всех-всех-всех чумных облачков. Наверное, так можно назвать, которые здесь вообще имеются на карте. И вдруг ни с того ни сего чумные облачка потом еще, по-моему, могут напасть. Но это такое. Здесь, кстати, в экономических миссиях тоже интересно, есть ли пожар. Ну, скорее всего, пожар есть. Не знаю, есть ли еще какие-то интересные события, ну, которых, например, в Strongholds 1 нету. Было бы прикольно их увидеть. И, кстати, насколько здесь легко избавляться от пожара, я тоже не знаю. Потому что в Strongholds 1, если вы уже видели, что там происходит, если происходит пожар. Кстати здесь говоря, о военных строить, компаниях Strongholds 1 там очень просят очень много миссий хвой. Проходить. Это там тоже дамбу, например, дамба обалденная миссия. Но я ее пройду чуть позже, потому как она действительно сложная.
Люди неплохо к вам относятся, господин. Вот, но в любом случае буду это все дело постепенно проходить. Так, давайте, наверное, разместимся здесь. И здесь. Еще хочу, наверное, сзади. Или вот тут. Да, подождем дерево чуть-чуть. И разместимся. И вот туда. И здесь вроде как не хватит места. Вот здесь хватит места. Тоже вроде нет. В общем, черт с ним, давайте просто добывать дерево. Да, построим здесь лесопилочку, еще одну лесопилочку. И еще одну лесопилочку. И еще одну лесопилочку здесь нельзя. Да, здесь вроде как нельзя. Но я, конечно, поищу. Вот такое. Камень готов. Осталось дерево. Ну, это первая миссия, она достаточно простая. Да и вообще, Stronghold 3 на самом деле оказался не таким сложным. То есть, если Stronghold 1, там возникают проблемы иногда в некоторых миссиях, то в Stronghold 3 таких проблем, ну, особо сильно и не возникало вообще никогда. На яблоневые сады напала тля, господин. Урожай погиб. Я чуть-чуть убрал сразу единиц провизии на выдачу, потому что... Ну, мало ли, там какие-то проблемы будут, там, видите, яблоневая тля, все дела. Люди уходят из здесь нет такого, что... О, долгоносик пожрал хмель. Блин, ну вот... Они просто просрали самую главную фишку за... Вот за что мы любим все вот этот Stronghold 1, Crusader. Я не понимаю, как можно было эту фишку просрать. Ну и по факту мы просто сейчас будем АФК сидеть и ждать, пока придет дерево, и миссия пройдена. Ну да, почти. Почти пройдено. Ну все, считайте, миссия пройдена. Отлично, отлично. Господин. Ну, будем проходить по одной миссии, так что, ребят, спасибо за просмотр. С вами был Роджин. Мы не ленись, подпишись, господин, на канал. Ну и до встречи, до следующего выпуска. Did I sing, buddy boy?